соседа нашего, нашей крысы. Все это снимаю с баржи. К нашим товарищам. Наконец-то наш дружок вышел попастись, травки пошипать. У нас есть возможность его поснимать вот так вот. Но две возможности не стало. Большая крыса, что ли? Не такая не внутренняя. По-моему, нас засекли.
Так больше нам снимать их не удалось. Тут, по крайней мере, семейка была целая. Штук 10 их. Сегодня они меня, видать, учуяли, не вышли. Ну, кому видео показалось интересным, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, на Fun Studio. И ждите новых моих видео. Всем удачи!